Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Президент Беларусі Олександр Лукашенко абвясціў падзяку калектыву рэдакцыі газеты «Гомельская праўда». Ахову працы ў галіне медыцыны абмеркавалі на семінары ў Гомелі. Правядзенне цэнтралізаванага тэсціравання стане тэмай чарговай праграмы «Дыялог». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил подяку коллективу редакции газеты «Гомельская правда». Гэты узнагароды выданню достойна за осветление подзей социально-экономичного и громадско-политичного життя краины. За особистый уклад у развитие белорусской журналистики подяки президента так само удостойны первый наместник головного редактора газеты Вячеслав Минков. За час своего існавання «Гомельская правда» изменила несколько назваў, але завсюды імкнулася писать об самом актуальном с життя в области краины. У сакавіку 1917-го про сбор сродков для потреб городского совета. У красавіку 1919-го про контрреволюционный террор. У мая 45-го корреспонденты віншавалі гамельчан с днем перамоги. У красавіку 61-го поведомляли о першым полете человека в космос. Сёння назапашенный материал является своеасаблівым летописом гістарычных подзей, что отбывались на протягу апошняга стагоддзя. Самое главное, мне кажется, все-таки стабильность, когда люди понимают, что у нас есть дело, дело, которым мы посвящаем свою жизнь, и у нас есть хорошая, надежная, профессиональная, мощная команда. У тым, что залог поспеху менавіта наявность коллективу профессионалов, у «Гомельской правде» перакананы усе. А тому и головная задача – праца на агульный выник. Первый наместник головного редактора Вячеслав Минков працюе у газете 27 год. Выпускник факультета журналистики Белорусского державного университета пришел сюда по размеркованию и место працы николи не изменял. За высокое профессийное майстерство и значный уклад у развития белорусской журналистики Вячеслав Минков так само отримал подяку президента краины. Хоть подчас интервью кажа не про властные заслуги, а про коллектив, дякуючи якому стал соправдным майстром. У нас прекрасный, творческий, высокопрофессиональный коллектив. Это не просто журналисты с большой буквы, это настоящие патриоты своего областного центра, области, которые делают все, что от них зависит, все, что возможно с точки зрения четвертой власти, как называют журналистику и журналистов, чтобы жизнь в нашем крае была лучше, была комфортнее. У минулом месяце «Гомельская правда» отсвяткавала 100-годовый юбилей. Тады с этой подеей так само повиншавал президент Беларуси. По популярности и тиражи ваше выдание – одно из лепших у региональной периодицы, означил керавник державы. У самой газете кажут, что мать намер трымать высокую планку и далей. Правда, выключно периодичным выданием газету назвать нельга уже зараз. Сегодня при «Гомельской правде» працуе уласное радио и існуе выдавецкий дом. И это только початок реализации масштабных планов. Надо развивать то, что есть. Тоже радио еще. Мы маленькие, нам всего лишь полгода. И поэтому здесь еще немало работы. У нас есть задумки, вот, чтобы мини-телевидение, как его назовем, было на портале. Побольше сюжетов телевизионных, живых. И думаю, что в самое ближайшее время, в этом году, мы начнем снимать фильмы. Олег Сентюров, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Урачысты сход, прысвечаны надыходзячаму святу працы, праходзіць у гэтыя хвіліны ў Гомелі. Раёны в области, прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, сацыяльныя установы, якія дасягнулі лепшых вынікаў у мінулым годзе, будуць занесены на абласную дошку гонару. Падрабязнасці ў нашых наступных выпусках. Представники мясцовых органов улады завтра проведут прямые телефонные линии. 29 красавіка жыхары региона смогут задать пытанне кіраўніку справ Гомельского аблвыканкама Алене Уладзіміраўне Клічкоўскай. Номер телефона 75 12 37. Гамельчан выслухае кіраўнік справ гарвыканкама Алексей Анатольевич Васюченко. Звертаться варта по номеру 71 07 62. Час работы прямых линий с 9 до 12.
Только в минулом году пациенты больниц Гомельской области больше как 10 разов спробовали причинить шкоду здоровью медицинского персонала. Такая информация была озвучена на семинаре по ахове працы работников Галины. Небезопасная профессия врача у центра уваги Олега Сентерова. Медицинское обслуживание становится все больше сучасным и складанным. Причем головное потребование его – безопасность его крестания. Но если не выполнять правила, то можно отримать довольно тяжкие травмы. Те, например, повышенную дозу опроменивания, когда это течется компьютерного томографа. 5 несчастных выпадков новотворчества в 2015-м, 3 летость. У сравнении с другими сферами медицина далеко не самая травмонебезпечная, хоть супокоиваться ни у яким выпадку нельзя. У речи головная причина всех трагедий – так званый человеческий фактор и ничем не подмасованная вера. Со мной ничего не сдарится. Иншая справа, что оценивать ситуацию у Галине только по этому показчику так само нельзя. Кольки медику покутают от нервовых расстройств, эту лишь бы, напевно, никто докладно не ведает. Специалисты со стажем переконаны, до пациентов не обходно относиться уважливо и прикладать все намагания для их лечения, але вырос «возьму твой боль» для медицинских работников явно не подходит. К нам приходит человек больной, а не здоровый. Он не на танцы пришел, он пришел со своими проблемами, со своими тяготами. И вольно-невольно, независимо от того, какой у него характер, хороший или плохой, он вольно-невольно переносит на нас с вами, на обслуживающий персонал, на врачей и медицинских работников. А это отрицательно сказывается на этом же медработнике. Удосконаливание системы керования аховой працы в организациях аховы здоровья, устойливость до стресса, меры по захованию працездольности и життя работников, профилактика профессийных захворываний. На семинары, организованном управлением аховы здоровья Гомельского облконкома и Галиновой профсоюзной организацией, имкнутся уличить у все махчимые факторы рызыки. Профессия медика на справе оказывается не такой уже и небеспечной. Супрацовники худкой допомоги, например, на вот у суд скардились на недисциплинованного пациента и выиграли справу. По великим рахунку и установка камер видеоназирания и введение аудиозапису – вымушенные меры. У речи, как и каждый инший человек, медик повинен вертаться до дому живым и здоровым. Создана система или алгоритм действия медицинского персонала. Вот при таких случаях, естественно, что вызывать на сегодня сотрудников милиции в приемном отделении. В приемных отделениях имеются все приемные отделения, они имеют тревожную кнопку. Вот сотрудники при возникших таких экстремальных ситуациях вызывают наряд милиции. В 2016 году зарегистрировано по Гомельской области это 12 случаев. Олег Сентеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. У Гомелі за переносу працовных дзён зменены час работы кірмашу выходного дня. 29 кастрычніка – працовный день. У сувязі с гэтым кірмаш на площади паўстання пройдзе не в суботу, а в понеделок, 1 мая. Набыць спажывецкія товары можно будет и в неделю, 30 красавіка. Час работы кірмашу с 9 до 16 годин. Площадь паўстання будет закрыта для руху усіх видов транспорта с 17 годин 29 красавіка до 18 годин 1 мая. На наступном тыдні начинается регистрация на централизованное тестирование. Непосредственно ЦТ начнется 12 червня с испыту по белорусской мове. Все лето у правил проведения централизованного тестирования унесены некоторые изменения. У приватности абитуриенты могут сдавать 4 тесты за место 3, а проча того установлены 3 резервовые дни за место 1. Як чакается, колькость жадающих пройти ЦТ в этом году будет супраўнальная с минулым годом и складе каля 13 тысяч человек. При этом наибольшей популярностью абитуриентов звычайно користаются русская и замежные мовы, математика, физика и биология. Почему-то на многих сайтах стала появляться информация, что регистрация начинается чуть ли не 30 апреля. Значит, все остается по-прежнему. Запись на централизованное тестирование начинается со 2 мая, закончится 1 июня в 19:00. Порядок регистрации, он остался прошлогодний. То есть сначала нужно получить номер для платежа, затем оплатить, и потом вновь вернуться к оператору и получить окончательно пропуски. Тогда регистрация будет считаться завершенной.
Начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации Владимир Глазунов сегодня откажет на питание телеглядачов. У 19:20 глядите на канале «Беларусь-4» интерактивную программу телерадиокомпании «Гомель» «Диалог». По часу эфиру будет працевать телефон прямой линии. Задать питание на конт проведения централизованного тестирования можно по номеру 77-68-45. Это иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее эфир и спортивный огляд. С новинами спорта вас познакомить Максим Савин.